девушкам, как комплименты и девушки, девушки и ребята друг другу. Это абсолютно нормально, да, не надо что-то додумывать в этих ситуациях. Хорошо, поиграли, молодцы. Кстати, помните, я на прошлом занятии говорила, хлопаем и зачем? Для чего мы хлопаем? Ладошек согреть. Ну, хорошо, тоже, чего нет. А еще? Нет, когда мы аплодируем друг другу. Показать уважение, ну, похвалить. Да. А еще здесь очень много нервных окончаний. Когда вы хлопаете, вы просыпаетесь. Поэтому кто очень хочет спать, он может хлопать. Практически все занятия. Да. Так, хорошо. Так, а у нас тогда важно, да? Да, держим ватманы. Опять рисовать, какой-нибудь вид, что-то. Единственное, что... Так, смотрите, давайте у нас маркер. А где наш еще маркер? А у нас еще где-то маркер. Ой, спасибо большое. Значит, давайте сегодня с вами поговорим. У кого есть ручки, тоже можно принимать участие. Просто у нас маркер. Ребят, внимание! Сегодня мы сейчас начнем, вернее, сегодня, а сейчас мы начнем первый наш блок, это управление. Скажите, пожалуйста, вам знание управления нужно в совете самоуправления? Конечно. Нужно? Да. Нужно. Замечательно. Сейчас мы с вами выполним вот такое задание. Значит, вернее так, наш блок будет состоять из двух этапов. Сначала сейчас мы вам даем задание, чтобы вы нарисовали, как вы видите, что такое управление. Вот нарисовать управление, что хотите, как хотите, но мы не рисуем текстом, мы можем что-то подписывать, но мы рисуем фигуры, люди, все, что хотите, схемы, как вам угодно. Вы рисуете, что такое с вашей точки зрения управление. После этого команда выбирает одного или двух презентаторов, вы выходите с листочками, рассказываете, что для вас есть управление. После этого я расскажу, что есть управление на самом деле, насколько это коррелируется с тем результатом, который вы обозначили на карте. Хорошо? Время выполнения у вас 3 минуты. Можем начинать. Рисуем на смартфоне. Надо рисовать управление. Да. У меня была идея, и типа вместо двух, допустим, плакат с человеком, типа управление персоналом, плакат с... Ну, ты так и будешь представлять. Плакат с, допустим, с валютой, это управление финансами. Тогда помогите мне, кто-то все это Давайте как схему нарисуем на человека, который будет. Ну, смотри, тут главное, а дальше что будет? Я играю в схему. Смотри, а дальше? Всем победа за схему. Хорошо. Что дальше ты будешь рисовать? Я вам говорю, хороший день. Нарисуйте нас все миры, а здесь потом жалкие. И Ваню. Да, я говорю, жалкий следишь. Что там следишь? Зеркало, да, вот тебе жалко, да? А давайте еще нарисуем что-то против конференции. Нарисуйте на коленях, нас много еще. Да, да.